Всем привет, друзья! Сегодня 30 сентября, это город Киев, район Оболонь. Хочу показать вам, как живет Оболонь. Уже началась осень. Как видите, люди занимаются спортом. Киев, можно так сказать, живой и еще какой. Вот уже идет набережная верхняя. Такие здесь замечательные дома. Такие здесь домики, смотрите, интересные. Чуть-чуть, конечно.
Вообще красота. Смотрите, какие цветочки здесь. Вообще обалденно. Конечно, в порядок привели Оболонь. Очень таки, можно так сказать, круто. Вот только посмотрите, все буквально современное, все новое. Класс. Везде клумбочки. Везде все аккуратненько, травка пострижена. Вообще кайф. Вы только посмотрите, какая красота. Я думаю, конечно, с Оболони те, кто они уже привыкли к этому делу, но это все более-менее свежее. Я несколько лет назад вообще этого всего здесь не видел на набережной. А те люди, которые уехали куда-то там года 3-4 назад, я думаю, это вообще будет новинка. Для детей посмотрите, какие строения. Класс вообще. И это все бесплатное развлечение. Так что все, кто в Киеве, можете приходить на Оболонь. Вот это вот все вы увидите. Пофоткаться здесь, конечно же, мест просто немерено. Посмотрите, какая аллейка с цветочком. Смотрите, вот еще какой кайф. Чем вам не Европа? Можно полежать на чистой травке. Такой клевый лабиринтик из кустов. Можно побегать деткам. Это почему они такие дорогие? Паспорт не делал. Уж паспорт дорогой. Вот это вот строение было еще совсем недавно бомжатней. Там было очень грязно и вообще ужасно, одним словом, там было. И люди засрали место конкретно. Сейчас мы спускаемся к набережной. Это, в принципе, многие люди знают эту набережную. Она уже здесь довольно-таки давно. Снизу здесь смотрите, как выложено. Ловят рыбку люди.
здесь, как мы видим, строят мост на остров. Я думаю, в следующем году уже мост будет построен, и можно будет уже переходить на остров гулять. Не очень хорошо его здесь видно. Сейчас я... Вот так вот, как-то так. Свята мають духовний зміст, який відкриває шлях спасіння, шлях порятунку для людей. Перше свято – Пасха. Це початок Божої історії спасіння. Коли Ісус Христос помер на Голгофському хресті та взяв на себе гріхи людей усього світу. Друге свято – Трійця або П'ятдесятниця. Це продовження Божого порятунку. Ми з вами живемо в ці часи. Так, сейчас немножечко проедемся по низу, а потом заедем наверх. Там уже более кафешки, магазины какие-то есть. Снизу здесь в основном играют, спортом занимаются люди. Также здесь есть такой детский лабиринт. Это, конечно, не бесплатная услуга, 95 гривен, 30 минут. И 1 час 140 гривен. Так что это уже идут все платные услуги. Учиться здесь можно, лазить по вот таким вот канатам, как этот вид деятельности называется, я не знаю, но место классное, рядышком водоем, и смотрите, можно деток сразу с детства обучать.
Вот уже и верхняя набережная заведения. Также есть Варус, это уже супермаркет. Кафешка вот такая вот, Клевер. Суши-бар есть Мураками. А вот и пляжик, самый такой довольно широкий, находится напротив церкви, метро Минская. Из совы. А также есть здесь спортивная площадка. Смотрите, какая. И встреча, как всегда, байкеров. Большое количество мотоциклов. Вот уже подъезжаем мы к метро Минской. Здесь вот такая вот симпатичная застройка. Я пишу на этой.
Вот и один из самых длинных торговых центров в Киеве, Dreamtown. Он состоит из двух частей и идет далеко-далеко. Он находится прямо в центре Оболони.